Если тебе тяжело, значит, ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит, ты летишь в пропасть. Генри Форд. Народ, всем теплый привет и горячее здравствуйте. Вы долго уламывали меня на какой-нибудь бюджетник, такое что-нибудь максимально издевательское. Я вас услышал, я нашел его. Не бэушным, новым. Он стоит 80 баксов. Чтобы вы понимали, если поставить в каталоге фильтр по этой цене, 98% из найденного будут именно кнопочные. Даже не смартфоны, а просто телефоны. Это устройство по цене последнего Mi Band, одного похода в магазин или оплаты коммуналки в трехкомнатной квартире. Перед покупкой у меня было больше вопросов, чем ответов. Кто, зачем и с какой целью? Возможно, кто-то из вас кликнул на это видео, чтобы просто утолить интерес. Кто-то просто поржать, а кто-то находится в такой ситуации, что даже 80 долларов — это недостижимая сумма. Сумма. Роскошь. Transsion Holding в лице Itel сделала смартфон с большим объемом аккумулятора, NFC, да и вообще, в принципе, неплохим набором функционала, чтобы просто обратить на него внимание за этот бюджет. Я провел с ним неделю, как с основным, и хочу рассказать вам, а стоит ли оно того. Интересно, правда? Это Itel Vision 3. Давайте без лишней воды. Поехали! Вот и прошли у нас первые сутки с Vision 3. Знаете, я не помню, когда последний раз пользовался аппаратом в таком бюджете за 80 долларов. Это... А еще самое интересное, я только-только перешел с Pixel 7, сразу на него у меня прям дичайший диссонанс. И пока что, пока я к нему не привык, мне все кажется, ну, мягко говоря, так себе. Слушайте, вот чего не ожидал от смартфона в таком бюджете, так это реально приятных ощущений от взаимодействия с ним. Материалы корпуса, отдача, физические прикосновения приносят только хорошие эмоции. Нет, не восхитительные, не отличные, просто хорошие, и это для него уже победа. Впервые взял его в руку в момент съемки на студии. Мы в последнее время с Аней берем по 3 смартфона сразу, едем на студию и снимаем нужный материал. Ну, экономим время и деньги. Так вот, вскрываю коробку, даю жене, и она такая: слушай, Паш, а он неожиданно приятный. А я от нее это слышу довольно редко. И когда я назвал ей цену смартфона, на ее лице я увидел не иначе, как восхищение. Потом взял я, согласился полностью. Отлично собран, добротный текстурированный пластик, баланс массы и габаритов, не распухший, с правильными закруглениями, отсутствием грубых нарушений геометрии. В общем, все, чем в этом бюджете можно пренебречь, но почему-то не стали. Этим они тут заморочились, и это было первое впечатление. Ты не дашь? Идите, у вас там есть... Да. Но это было только начало. Через пару недель пришло время вставить в него сим-карту. И тут началось. Первым делом нужно было зарядить. Твою мать, микро-USB. Ну когда же они уже закончатся на складах? Я понимаю, что бюджет, но прикиньте, был бы Type-C. Какая была бы эта киллер-фишка для него, да? Такой убийственный аргумент. Ну ладно, допустим, заряжал его практически 3 часа. И это твою мать X2. Тут я понял, как сильно уже привык ко всем этим... универсальным разъемом, быстрым зарядком. А ведь 3 часа и микро-USB в смартфонах были еще совсем недавно, когда успел привыкнуть. Ну и третье включение. Меня встретило Android Go. А это... Все, на этом моменте все аргументы в его защиту у меня закончились. Но я не из тех, кто бросает все на полпути, поэтому неделя должна была начаться. Несмотря ни на что. Народ, приветствую. Значит, Vision 3 у нас прошло 3 суток. Я вам скажу 2 интересные вещи. Во-первых, пришло обновление, которое, скорее всего, было еще в первый день, когда только достал его с коробки, но аппарат, к сожалению, не уведомляет об этом. Поэтому сам нашел, зашел, закачал, увидел. Молодец. Все. Во-вторых, он стал немного получше одупляться. То есть какие-то скроллинги, отрабатывание на взаимодействие там кнопок. Оно уже стало побыстрее. Просто поначалу, в первый день, это была какая-то жесть. То есть ты начинаешь скроллить, он думает, нажимаешь, он думает, сворачиваешь, он думает. Сейчас этим куда получше. Не знаю, дело в обновлении или в том, что он просто наконец-то освоился. Но уже неплохие... намеки, скажем так, подают. Вы знаете, лучше и правда стало, но, увы, фрезы в настройках, в шторке, в уведомлении, в меню не захотели меня покидать полностью. Мне, конечно, приятно, но не настолько, чтобы ими наслаждаться. Итого, где они наблюдаются? Скроллинг в браузере, новостном фиде, настройках, контактах, шторке уведомлений, галереи, да и, в принципе, в любом месте, где можно разгуляться по скроллу. Суть в том, что если делать это быстро, он фризит. Если делать это медленно, то жить можно. Человек вообще существо довольно адаптивное, но это не значит, что это нормально.
Вообще, смотря на оболочку, iTel сразу видно, что Infinix и Tecno его братья. Дизайн, некоторый функционал. Просто беспалево. И я вам скажу, что несмотря на облегченную Android 11, они уместили сюда реально важные и крутые полезные вещи. Смарт-панель с быстрым доступом к кастомному набору функционала и приложений, отдельная настройка для уведомлений вспышкой, игровой режим, картинка в картинке, жестовое управление, виртуальная оперативная память, кастомизация дисплея под себя, работа с визуальной частью смартфона. Ну и в конце концов, самое важное, это то, что я обнаружил на четвертый день. Итак, четвертые сутки Vision 3, и у меня хорошая новость. Несмотря на все нюансы по оболочке, они здесь, в родной звонилке, оставили возможность записи разговоров без уведомления собеседника. Молодцы, спасибо! И вы знаете, именно в этот момент до меня дошло реальное и истинное предназначение этого смартфона. Это ж неплохая рабочая лошадка. Не как основное, а как второй. У него есть базовый набор функций и возможностей. У него большой дисплей. Есть запись разговора. Поддержка двух сим-карт. И что самое главное, он стоит так, что, ну, чуть что, не жалко. А, и да, сейф. Что это такое, спросите вы? Смотрите, находясь на главном экране, два пальца вверх, вводим пароль и вуаля, попадаем в место, куда вы можете спрятать любое приложение. Ах, какая полезная функция в наше время, правда? По-моему, отличное место для нахождения Telegram. Но есть еще два важных момента, которые должны быть больше, чем удовлетворительными, даже если это не основной смартфон. И первое — это автономность. 5000 мАч, облегченная ОС, экран с HD плюс разрешением. Я, как и всегда, проверил ее на реальном использовании. 1629, Vision 3. Блин, неудачную картинку выбрал. Вот так лучше. Итак, у нас 100% ровненько. Начинаем тест автономности на реальном использовании. Поехали. 22.53, остаток 53%. Прошло практически 12 часов. Утро доброе. И остаток 50%. То есть за 12 часов за ночь минус 3%. Время 9.39, остаток 10%. И время работы экрана составило 7 часов 45 минут. Ну, неплохо, но среднее. Это не сказать, что мало. Вот если и существуют какие-то вот средние результаты по автономности, вот это они и есть. Знаете, в момент именно подсъема теста, уже под самый конец второго дня я пришел в гости, и в один момент мне нужно было срочно найти информацию по одному игроку. Как раз был финал чемпионата мира. И я понимаю, что он не подключился автоматически к Wi-Fi. Я объясню, почему я удивился, потому что я когда накатываю резервные копии, у меня настройки Wi-Fi тоже переходят со смартфона на смартфон. Я никогда не ввожу пароли, они все знают уже мои сети. А здесь нету. Я полез подключаться и понимаю, что он не видит сеть 5 ГГц. И оказалось, да, он не поддерживает сети 5 ГГц. Копилочка с неприятностями начала пополняться, но важно понимать, она не резиновая. Народ, приветствую. Пятые сутки Vision 3 мы все еще пользуемся, все еще можем, все еще не стонем и не плачем. Вроде бы я даже за эти 5 дней успел к нему привыкнуть. Но спросите ли вы меня, хватает ли мне его функционал и возможности? Я, конечно же, отвечу нет, не хватает. Очень многого не хватает. Выполняет ли он свои базовые функции? В принципе, да. Есть, конечно, вопросики к вибрации, к микрофону, к динамику, к разговорным. В общем, хватает. Но давайте я вам сейчас все расскажу поподробнее. Я, конечно, стараюсь найти плюсы в этом аппарате, как вы уже заметили. Но о минусах не могу не сказать. И не хочу как-то к ним подводить, поэтому скажу, как есть в лоб. Устаревший чипсет Spreadtrum Unisoc. Тот, который SC9863A. 8 ядер, техпроцесс 28 нанометров. И, внимание, анонсированный аж в 2018 году. Стоял в свое время на таких смартфонах, как ZTE Blade и Alcatel. А позже нашел себя в Realme C30S, Samsung A03 и Realme Narza 50i. Если посчитать, в общей сложности стал сердцем более 110 смартфонов. Даже в некоторые Nokia и Motorola его умудрились задействовать. Ну понятно, чего ждать от сверхбюджетного чипсета, который был сверхбюджетным еще в 2018 году. Второй момент — это скорость оперативной памяти. 3500 мегабайтов в секунду. Это прям очень мало. Здесь понятно, что ни о какой мультизадачности вообще речи не быть не может. Только face-to-face и все. Про разъем microUSB и отсутствие сети 5 ГГц я уже говорил. Ну и минимальное количество датчиков. Из физических только акселерометр и шагомер. Вы спросите, а где же датчик освещенности или приближения? А, ну его тут нет. Датчик приближения программный. Реагирует на очень близко расположенный к экрану токопроводящие предметы.
то бишь ваше лицо. А ну и знаете, я никогда не обращал внимания на наличие FM-модуля в смартфонах. Я живу в городе с безлимитным интернетом, мне он попросту не нужен. Но как показывает множество опросов, для людей 40 плюс лет в смартфонах это очень важный функционал, поэтому тут я хочу вас огорчить, здесь нет FM-радио. Ну и фотовозможности, о них я обязательно расскажу, это будет очень интересно. Но перед этим хочу затронуть еще очень-очень важный момент — дисплей. Ведь именно на него мы смотрим большую часть времени, используя смартфон, а не на задник. Верно? Привет. Ой, подожди. Вот так вот. О чем думаешь? Это достаточно большая 6,6 дюйма IPS-матрица. Правда, сразу видно, что бюджетная. С разрешением 1600 на 720. Со слишком выкрученной по дефолту цветовой температурой аж до 8 с хвостиком 1000 кельвинов. Ну и понятно, что ни о какой поддержке повышенной герцовки и речи быть не может. Хотя при этом углы обзора комфортные, хорошая отзывчивая, достаточно высокая контрастность, хотя если быть точным, она просто выше среднего. Ну и, наверное, все, что могу сказать. В целом, я к ней так и не привык. После сочных AMOLED-матриц или просто хороших IPS-ов на это потребуется очень много времени. Но подкрутить температуру до приемлемых 6,5 смог. Благо в ОС есть такая возможность. А я вам рассказывал про сканер отпечатка пальца сзади. На удивление, что-что, а он тут работает прям хорошо, очень хорошо. Единственное, чтобы этого добиться, пришлось после внесения первого отпечатка в память сразу удалить его и отсканировать палец по новой. Не знаю, как и с чем это связано, но сработало. Красота, да? Разница нам приходит. Ох! А, еще будет снять этот праздник с разрешением нормальным. Ах да, чуть не упустил очень важный момент. Телефон, прежде всего, должен оставаться телефоном и выполнять свою главную функцию — звонить. Как же он с этим справляется? Слушайте, в принципе, все очень даже неплохо, если бы не отсутствие датчика приближения. Но я думаю, что и за $80 можно и кнопочку блокировки понажимать, да? Хотя... Когда-нибудь мы перестанем идти на уступки и получать удовольствие от того, с чем проводим весь день. Каждый день, на протяжении всего года. Вдумайтесь, многие из вас все еще не понимают этого, но когда-нибудь и вы прозреете. Смартфон — это огромная часть вашей жизни. Удобная обувь, правильный матрас, лучшая женщина рядом и смартфон, который делает вашу жизнь легче и лучше. Народ, шестой день, Vision 3. Прошло уже около недели с момента выхода ролика про 7-й пиксель, и у меня уже бзик на глазу организовался от комментариев по поводу сетки рабочего стола. Слушайте, ну нету ее там. Ну, зайдите в мой ролик, в мой этот шортс, последнее видео на данный момент. Я вам все показал. Нету сетки. Здорово. Здесь же, кстати говоря, сетка до 5x6 раскрывается. Чуваки, прошу вас. Ну, не такой тупой я, ну. Ну что, интересно, что из себя выжимает этот смартфон с облегченным софтом, бюджетным чипом 5-летней давности, неизвестным мне модулем с разрешением 8 мегапикселей. Ха, а я вам покажу. И надеюсь, вы не ждете чуда. И правильно, чуда тут не случилось. Все довольно ожидаемо. Ожидаемо, что снимки будут не всегда с первого раза хорошо получаться, что понадобится делать как минимум по 2 попытки, что баланс белого будет жить своей жизнью, что никакой четкости речи быть не может, что свет будет единственным и главным фактором более-менее хорошего снимка, и что несмотря на наличие ночного режима, который тут правдиво и честно решили назвать режимом приглушенного света, не будет справляться со своим истинным предназначением. Но кто бы вам что ни говорил, но царица хорошей фотографии или видео всегда был и есть свет. И даже на K750 с хорошим светом можно что-то сделать. Для чистоты примера я нашел место с одним из лучших искусственных освещений. Догадайтесь, что это? Правильно, магазин. Магазин, которому нужно продать. И лучше всего подходят именно ювелирки. И посмотрите, что получилось. Ух ты, даже четкость есть. Вау. А с другой стороны, вот в реальной жизни, сидя в комнате, мне потребовалось отсканировать QR-код для подключения к Wi-Fi сети. И камера его попросту не видела. Я колдовал минуты 3. Спойлер, получилось. Эта камера даже не для семейных снимков. Желаю удачи словить бегущего ребенка или кота. Нет, она просто чтобы быть. Она не из 2010 и даже не из 2015. Это просто некий базовый модуль. Чтобы чуть что, на всякий случай, а если вдруг... Ну, вы поняли. Я, конечно, залил все оригиналы фото на диск, но не уверен, что вам это будет нужно. Кажется, вы все и так для себя решили. Правда? Как в том великолепном, но омерзительном видео, на самом деле. Все, неделя закончилась. Я на самом деле рад, что она закончилась. Признаюсь вам честно, были моменты, и не один, когда мне приходилось за эти 7 дней возвращаться обратно на какое-то время на насм, чтобы выполнить некоторые задачи, особенно по работе, с которыми этот смартфон не справляется. Знаете, народ, важный такой момент. Я вот пока эту запись делал, я смартфон вот туда-сюда ковыляю, руками нажимаю и понимаю, что словил на мысли, что он прогибается сзади.
слышно или нет, и хочу, чтобы вы тоже об этом знали. Подводя итоги, я вот сам себе, не вам, не кому-то еще, а сам себе хотел ответить на очень интересующий меня вопрос. Вот в этом бюджете за $80 что лучше, новый или БУ? Изучив сетку барахолки до $80 и сетку новых смартфонов, в том числе и этот, я пришел к выводу, что лучше добавить денег. А если серьезно? Да я серьезно, лучше добавить денег. Все эти попытки найти золото дешевле остальных всегда заканчиваются неудачей. Последний год меня то и дело окружают люди, которые хотят купить дорогую вещь дешевле. И дико злятся, когда не могут этого сделать. Хочешь купить бритву? Купи хорошую. Хочешь купить iPhone? Купи хотя бы ADSR. Дай ты спокойно умереть этим шестеркам. Хочешь купить смартфон за $80, который будет не хуже смартфона за 300? Я могу только пожелать тебе удачи и искренне порадоваться, если получится. ITEL Vision 3 это неплохой рабочий смартфон. Как второй, да, ребенку тоже неплохо. Ну такой, знаете, чтобы и мог чуть что-то, и чтобы не жалко было. Да, с такой ролью он справляется хорошо, но не иначе. А вообще никого не слушайте. Ни меня, ни еще кого-то на этой платформе. Максимум прислушивайтесь, а мнение у вас должно быть одно. Свое.